trebuie să-i găsim pe cei mai buni, cei mai talentați, cei mai deosebiți, altfel, să fie diferit, să nu fie la fel ca... O! Universitatea de stat Alecu Ruso din Bălți. Intrăm? Intrăm! Dar unde sunt toți? Ei! Este cineva în universitatea asta? Marco! Marco la tablă! Eu? Marco 2! Mircea! Unde m-ai adus? Adrian, deci eu nu veneam în coace! Te lăsam singur să vii! Vino la... Salut, băieți! Cine sunteți? Rectorul universității. Dar unde sunt toți studenții? Pe la casele lor. Priviți emisiunea Moldova are talent. Всем, всем, всем огромный пламенный привет. Меня зовут Макса, я из Бельц. Я читаю рэп. Меня зовут Михай, ее зовут Таня, его зовут Нику. Очень приятно. И хотел бы вам исполнить лирическую песню собственного сочинения. Моя песня называется «Репрезент». О том, как я живу, о чем думаю, что происходит. Пишу, читаю, складываю, вычитаю. Постоянно где-то высоко в облаках летаю. Возможно, в какой-то момент это и закончится. Нажму на паузу, ну а сейчас то, что хочется. Бесконечная молодость в строчках. Потом буду смотреть видосы и фотки с сыном или с дочкой. Поживем, увидим, вспомним, улыбнемся. То, к чему стремились, сравним с тем, чего добьемся. Кого не спрашиваю из друзей, в основном все как один, а потом работа, жилье, авто. Ну да, прикольно. Имеешь стабильный доход, в любую погоду в тепле домой тачка везет. И все это так скучно, на мой взгляд. Лучше пешком по лужам. Максим, vreau să te întreb ceva. Tu cum crezi, genul ăsta de artă e sport sau e artă? E sport să spui cât mai repede cuvintele sau totuși să le spui așa ca noi să le auzim și să le trecem prin noi? Это искусство. Это хип-хоп культура. Так искусство, расскажи мне так, чтобы я здесь обомлел. А я сижу как идиот и не могу поймать ни одного слова. Вот в чем. Искусство – это то, что восхищает. То, что успокаивает. То, что дает желание жить. Уносит куда-то. Вы знаете текст? А я не знаю. И они не знают. Вот я девушку спрашиваю, Анцарец что спустил? Интересно. Девушка поняла. Да. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.